Всем привет, друзья, подписчики и гости моего канала. Чем же закончилась моя охота на орхидеи? А закончилась она покупкой 3 орхидей по уценке. Я, конечно, очень долго искала, чтобы они, ну, орхидейки были здоровы, но все равно привезла одну орхидею домой, чем-то зараженную. Но я их уже обработала, вы видите, я вот эта вот орхидейка. На ней, наверное, мучнистый червец. Я их обработала. Вот. И сейчас я хочу их повынимать с этих горшков. Вот. До завтра. Чтобы они немножечко подсушились. Потому что их подлили очень хорошо там. Они прямо аж плавали в воде. Вот. Я их подсушу до завтра. И завтра мы их просто посадим другую посадку. Другие горшочки новенькие. А сейчас я покажу, какие орхидеюшки я купила. Хотя на одной зараженной, на ней уже цветов нет, я ободрала все цветы, выкинула. Но зато там есть, смотрите, вот она, он маленький росточек, одна почечка пускает рост, вот, фокус не ловит почему-то. Вот такая вот, она уже пустая, цветов здесь нет. Вот это, наверное, все пообрезаю, оставлю вот этот один ростик. Стоила такая орхидея по уценке, видите, это ее уже уценили второй раз, потому что первый раз она стоила 135 гривен по уценке, второй раз она стоила уже 108 гривен по уценке. Так, показываю вам вторую орхидею. Вторая вот такая вот орхидея, вот у нее один цветонос, но разветвлен он сильно. Вот, кстати, тоже почечка, вот такие вот у нее цветы. Видите, я обработала, пшикала и цветы, и листья. И сейчас хочу я их вынуть и обработать еще корни. Такая орхидея. Сейчас я вам скажу, сколько она по оценке. Где там цена, не видно. Сейчас, сейчас. Цена, вон, видите, 130 гривен. Сейчас. Смотрите. Сначала по оценке она стоила 217 гривен. Потом ее уценили, это вторая оценка, 130-50. Вот такая вот орхидея. И третья орхидея, тоже уцененный товар. Смотрите, значит, знышка 40%, 210 гривен. И вторая оценка, 126 гривен. Вот такая вот тоже хорошая. Корни у них у всех отличные. Вот такого вот цвета она сейчас, вот смотрите, нежненькая такая. Но видите, цветочки, к сожалению, не все. Вот, там вроде бы доращивает немножечко последние, но не знаю, будет она, не будет. Сейчас я повынимаю их с этой посадки, вот, и поставлю на просушку. В общем, сейчас вынимаю. Ну что, друзья, приступаем. Хочу показать вам, чем я обрабатывала. Вот я развела фитоферм, одну ампулку развела. И обработала все листочки, получается, цветоносы, и цветы, и палочки. Все вот обработала вот такой вот ерундой. Биопрепарат для борьбы с клещами, тлями, трипсами, гусеницами. Ну и там разный, еще пишут целый список, чем... От чего можно обрабатывать. Сейчас начнем вот с этой. Давайте начнем. Так, ножницы я не взяла. Ладно. Начнем вынимать и посмотрим, какие у них корни. Опа. Видите, здесь вот это уже плохой корень. Трещит, трещит. Так, вот этот вот, всю эту кору я, конечно, выброшу. Обычно я, если кора хорошая, я не выбрасываю. Но тут я выброшу, так как я хочу обработать. Смотрите, какие корни. И, как всегда, стаканчик есть, видите. Это стаканчик тоже. Убираю. Вот. Так, вот эти сухие корешки, конечно, надо будет пообрезать, но пока я... Вроде бы неплохая шея.
Вот. Опа, цветы слетают сами. Цветы сами слетают. Так, я пойду их помою сейчас, когда полностью поснимаю вот это все. Пойду их промою. И потом будет видно, что можно тут срезать, что нельзя срезать. Так, вот так буду складывать пока. И потом, когда помою, обработаю корень еще этим же раствором. Это не такая полита, это стояла в сторонке. Вот оно. Вот эту можно было бы сразу посадить, но я уже завтра куплю горшочки. И видите, тут тоже вот этот стаканчик. Обычно я всегда все свои орхидеи, вот из-за того, что тут вот этот стаканчик, я их пытаюсь сразу пересадить. Но сейчас у меня есть три штуки, четыре новые орхидеи стоят непересаженные. И я думаю, что в итоге, в конце концов, мне их тоже надо пересадить. Потому что там эти стаканчики, я не знаю, некоторые, конечно, говорят, что не трогают орхидеи, и они у них нормально растут с этими стаканчиками. Так как я в этом году потеряла очень много орхидей, я не рискую тут оставлять их в стаканчике. В общем, как бы тоже неплохая орхидейка. Вот. Сегодня у меня такие орхидейки, получается, все у Ценки. Так, ну и это. Смотрите, насколько она полита. Там, по-моему, немножечко даже корни поврежденные. Что я высоко подняла, и вам ничего не видно, да, друзья? В общем, вынимаю. Тут корешок остался. В общем, там, конечно, сегодня очень много было у Ценок, я вам показывала. Да еще, когда я уходила, смотрите, какой корень. Привезли новые орхидеи, но очень мало привезли. И там уже очередь собралась на орхидеи, но я не стала ждать. Я забрала свои уцененки, и мы ушли. Смотрите, какой корешок. Вроде бы неплохой здесь, но здесь, посмотрите, какой. И здесь. Они их сначала хорошо подсушивают в этом магазине, очень так хорошо подсушивают, а потом хорошенечко заливают. Вот, надо, опа, поломала корешок. Надо сейчас их просушить. Я думаю, что до завтра они хорошо просохнут. Ну как хорошо? Ну, просохнут. Посадить можно будет их завтра, наверное, посажу, не поливая. Смотрите. Что здесь делается? Жалко, конечно. Но сейчас я их обработаю и поставлю до завтра на просушку. Вот такая вот орхидейка. Это вот эта, которая была заражена. Вот здесь была серединка вся, и вот здесь под листиками, видите, деформированный листик. Вот этот листик был весь усеян вот этим мучнистым червецом. Вон еще остались, еще она не просохла. Я ее брызгала, она не просохла. Так, друзья, пошла я мыть и выбрасывать этот грунт, и потом дальше мы с вами встречаемся. Так, ну что, друзья, я помыла орхидейки и мыла, и все равно смотрю, что не совсем помыла так, как следует. Но это не страшно. Вот с этой орхидейки вот я, видите, вот эти вот корешки срезала. И еще, наверное, срежу вот, вот так вот. Вот так вот срежу ей вот этот цветонос. Так.
Сейчас брызгаю ее и ставлю в горшок до завтра. Завтра надо пойти купить горшки. У меня там один горшок всего. И есть еще. Ты смотри, как они плотно ее зацепили. Эту. Все. Так, еще раз брызгаю по корням. По листу брызгала. Ну, можно, конечно, еще раз, но что-то мне не очень хочется, потому что ночь на улице, уже темно у нас, ночь. Вот эти листики, наверное, надо будет снять маленькие. Совсем маленькие листики. Неправильно немножко. Ну, так, сейчас я вам покажу. Вот эти вот маленькие листики я снимаю. Тут. И вот этот можно было бы снять. Но пока не буду я его снимать. Пускай адаптируется, а там будет видно. Вот там будет видно. Так, я вам все закрываю своей рукой. Так, показываю еще раз. Вот я обрабатываю этим средством и ставлю на просушку. Видите? Не знаю, наверное, будет стоять, не будет. Надо будет, наверное, еще чем-то и подпирать. Вот, потому что... Или в этот горшочек поставить. В этом горшочке она не будет держаться. Она не будет стоять. Ну, вот так вот. Вот так вот будет стоять до завтра. Пускай стоит, просушивается. Ой, падает, падает. Как бы мне их поставить, чтобы они стояли? Ладно, что-нибудь придумаю, конечно. Чем-то будет подпирать. Теперь эту лежат тут. Видите, я сейчас эту уберу, это упадет. В общем, не стоят. Не стоит она у меня. Да что ж такое-то? Ладно, пускай хоть так. Самое главное, чтобы не упала. Ой. Как не одно, так что-то другое. Во, наконец-то. Так. Ладно. Теперь другая. Орхидейка. Здесь убираем этот ценник. Так приклеили прямо. То ты что? И смотрим на корни. Тут, конечно, вот много корешков, что я, наверное, неудачно поставила камеру. Ничего не видно. Вот так. Сейчас я повернусь. И вот вечно руками все закрываю. Так, вот этот обрезаю. Вот этот обрезаю. Вот смотрите, какой корешок. Ну, он поломанный. Обрезаю его. Вот этот аж вот здесь. О, какой кусок хороших корешков. Что сделать? Ну, что сделать? Вот этот полностью сухой. Этот сухой.
И вот этот еще обрежу. Все. Надеюсь, вам видно. Да, вот это вот, конечно, плохо повымывалось. Не хотела я сильно стирать это все дело, чтобы не повредить. Вот, вот этот, видите, листочек, он уже, наверное, со временем пожелтеет и отпадет. Потому что, ну, что-то он еле держится. Отлетела в сторону. Отлетела в сторону. Ну, в общем, вот так вот она выглядит. Надо было мне взять пинцет еще. Ну, ладно, это уже завтра буду делать. Здесь вон лист вообще разошелся. Так. Вот так я ее возьму, чтобы вам видно было. И буду брызгать ее. Стороны. Ну все, корешки обработала, листья обработала. Ставлю сюда этот горшочек. Не знаю, вот стоять не будет, не упадет. Так. Так, и последнюю сейчас обработаю. Я даже не знаю, тут вот эти вот, получается, цветоносы. Непонятно. Но они уже, наверное, расти точно не будут. Наверное, надо их пообрезать, чтобы они не тянули соки. Вот так. Тут растет. Так, смотрим, что здесь с корнями. Еще более-менее вот этот вот один плохой, вот этот вроде бы он такой, знаете, деревянный прямо какой-то. Так, вот здесь я только вот этот вот, о, он сам и отвалился, и обрезать не надо. Друзья, здесь не буду ничего обрезать, пускай вот так вот и будет. Побрызгаю и на просушку. Вот этот листик только маленький сниму. Детский листочек. И все. Так, все, друзья, на этом. Ой, ампулка, чтоб не упала, а то упадет, потом буду искать ее. Вот так. О, вот еще один листочек увидела. Вот это тоже надо убрать. Видите, вот маленький листочек. Тут совсем не нужен. Это детский листочек. Вот еще увидела один корешок. Ну ладно, я его уже завтра уберу, наверное. Завтра буду еще раз проверять все корни при посадке. И буду смотреть, может быть, еще уберу какие-то корешки. Так, все.
Ну что, друзья, я вам показала, что я делаю с оценками, если покупаю. Я, конечно, очень редко покупаю оценки, но сегодня специально купила оценки, когда увидала, как их поливают в магазине. Мне их просто стало жалко. И, ну, в общем, я старалась выбирать такие, знаете, не сильно-сильно, чтобы дохляки, чтобы они не превратились прямо в реанимашки. А вот, потому что последние реанимашки мы и не выжили. И не хочется возиться мне с реанимацией. Но вот эти вот более-менее я решила их спасти, так сказать, если это можно так выразиться. Ну, не знаю. Одно растение все равно привезла домой зараженное, хотя и смотрела долго и внимательно на него. Но у меня зрение не очень хорошее, может быть, поэтому я и не узрела как следует. На этом я буду с вами прощаться. До завтра. Чтобы не получилось очень сильно длинное видео, завтра буду снимать пересадку и показывать вам. Ну все, друзья, спасибо вам за внимание, спасибо за то, что просмотрели видео, если, конечно, вы его досмотрели до конца. Вот. Не забывайте подписываться на канал. Если понравилось видео, можете поддержать лайк, комментарий, подписка. Или можете поделиться этим видео в соцсетях. Вот. Обязательно те, кто еще не подписался, друзья, подписывайтесь, поддерживайте канал. Вы не пожалеете, будет интересно. Все, друзья, до следующих встреч, вернее, до завтра. Будьте здоровы, берегите себя, не болейте модным гриппом. Все, пока-пока.